Здравствуйте! Сегодня готовим свиную шею, запеченную в духовке. Свиную шею моем и обсушиваем полотенцем. Присаливаем со всех сторон 3 чайными ложками соли и приперчиваем со всех сторон 2 чайными ложками черного молотого перца. Кладем шею на решетку. Если это половина шеи, как в нашем случае, то костью вниз. Отправляем мясо в заранее разогретую духовку. Температура в духовке должна быть 140-150 градусов Цельсия. Под решетку с мясом ставим противень с 1 литром воды. Запекаем мясо приблизительно 4,5 часа. Если в процессе запекания вода в противне испарится, доливаем воду. Готовое мясо вынимаем из духовки. Даем ему отдохнуть минут 15-20. Нарезаем и подаем к столу с овощами, овощными салатами и соусами барбекю или чимичури. На гарнир к мясу можно подать картофель, запеченный в духовке, рис с изюминкой или овощное рагу по-провансальски. Рецепты этих и других блюд вы найдете на нашем сайте videokulinary.ru или по-русски videokulinaria.rf. Всего вам доброго, счастья, удачи и приятного аппетита!